Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Циклон Type 12 на цоколе H3, температура свечения 6000 кельвинов. Поставляется вот такой вот фирменной упаковке комплект. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри небольшая инструкция имеется с характеристиками и схемами подключения. И также две лампы. Лампы подключаются напрямую, без каких-либо драйверов. Вот, подключаются на питание как 12, так и 24 вольта. Используются два светодиода на каждой лампе. Светодиоды идут типа COB. Полностью лампа вся металлическая. Также здесь система охлаждения включается на радиатор и кулер активный. Мощность ламп 30 Вт. Температура свечения, как я уже говорил, 6000 кельвинов. Подключаются они на питание обычными двумя проводами. Сейчас мы подключим на 12 вольт одну из ламп и визуально посмотрим, как они будут отсвечивать. Подключаем питание. Лампа загорается. Довольно-таки очень яркий световой поток. Заявлен он 3800 люмен. И цветовая температура чисто белая, как в принципе и заявлено изначально производителем. Хочу сразу сказать, что после установки таких ламп нужно будет корректировать фары, дабы правильно выставить светотеневую границу, таким образом не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект ламп распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.